Меня зовут Настя, я работаю с людьми, употребляющими наркотиками, с секс-работницами, с людьми в местах лишения свободы и также освободившимися из мест лишения свободы. За время своей работы я часто стала замечать, что у государства и у людей вообще складывается какое-то негативное отношение к таким людям. В связи с этим у них появляются проблемы, чтобы обратиться за медицинской помощью, за социальной помощью. Таких людей наказывают слишком жестоко, по моему мнению, за употребление. То есть им приходится десятки лет сидеть в тюрьме, что их абсолютно не исправляет. Я считаю, если бы государство и люди более мягко относились к этой проблеме, то не возникало бы таких случаев, когда у людей там глубокая инвалидность, либо их сажают в тюрьму, они умирают от этого. В общем, хотелось бы, чтобы государство смягчило свою политику в отношении людей, употребляющих наркотики.